разговор сегодня пойдет о насущных вещах для патологической анатомии, таких как необходимые нам всем расходные материалы и оборудование. Все мы знаем, что на рынке России представлено порядка 5 приличных компаний, которые этим занимаются, но при этом основная масса этих компаний являются лишь дистрибьюторами. Только компания BioVitrum освоила выпуск расходных материалов на собственном производстве. Это готовый нейтральный забуферный формалин, производство которого я видел собственными глазами. Все мы умеем делать дома свой домашний по стандартным прописям, но получив разведенный и доведенный до нужной кондиции реагент, не нужно ломать себе голову, не прозеваем мы какой-то промилле, и вдруг кислотность будет не та или что-то в этом роде. Отдельно хочется остановиться на парафине, который достаточно давно выпускается, но с каждым годом качество его только возрастает. Появилась новая удобная форма фасовки, которая позволяет лаборантам совершенно свободно манипулировать тем объемом материала, который необходим при проводке и заливке. Достаточно большая панель гистологических окрасок, от рутинных гемтоксилина и азина до более продвинутых, типа Цельнильсона, Майера. Особо хотел отметить цех контроля качества, в котором я, как патологоанатом, был удивлен наличию станции заливки, окраски, микротомов. И когда я спросил, а вы здесь что, диагнозы ставите? На что мне было сказано, что нет, мы проверяем каждую партию парафина на предмет того, как она пропитывает ткани, как после этого получаются срезы. А окраски проверяются на этих срезах, каково их качество, и, соответственно, специалист оценивает, адекватна ли эта партия или неадекватна. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем знакомиться с производственными площадями, организованной фирмой BioVitrum. Вы видите перед собой секционный стол. Если его убрать из этого помещения, поставить на выставке медицинского оборудования, которое у нас в Кемеровском центре проходит, да и, в общем-то, и за границей, я не думаю, что кто-то из моих коллег опознает здесь отечественные изделия. Здесь настолько качественная работа, нет ни малейших следов сварных швов, абсолютно моторизовано, удобно. Но мы находимся на территории фирмы BioVitrum, и этот стол сделан на этом производстве. Мне посчастливилось познакомиться с людьми, которые этим занимаются. Надо отметить, что мало того, что они делают качественную продукцию, у них очень здоровый яркий блеск в глазах, им интересно работать. Они рассказали, через сколько терний и звезд им пришлось пройти, чтобы найти специалистов, чтобы найти оборудование, на котором все это можно сделать. А это нельзя просто сварить обычной аргоновой сваркой. Это огромное-огромное дело. Настоящий пример импортозамещения. Я больше чем уверен, что эта продукция, ну, раза в два должна стоить дешевле, чем импортные аналоги. А спрос на нее достаточно интересен. Очень понравились сконструированные здесь приспособления для изготовления холодильников. Они могут быть как индивидуальные, где можно в горизонтальном положении поместить предметы нашего исследования, а можно сделать объемные в любых комбинациях, любого литража объема, где можно хранить какие-то реактивы или препараты, которые нуждаются в определенной температуре хранения. Мы видим совершенно реальные перспективы для дальнейшего развития. И огромное спасибо устроителям этой экскурсии. Мне было очень интересно. Я надеюсь, я что смог, донес своим коллегам своими устами.